Спасибо. Дай Бог здоровья. Спасибо вам за победу. Горжусь своими предками, дедом, отцом, которые отстояли мир, и мы живем под мирным небом. Знаете, вот сегодня, я год назад приходила, и в этот год, и для меня прям радость выйти и вот пройтись. Это все семья, все родственники. Дядьки, папка, второй папка, мужа, отец, ну, сестры, муж. Ну, в общем, это все мои родственники. А вы каждый год принимаете участие? Обязательно. Ну, это же наша гордость. Что вы, страны наши все. Мы должны это всегда помнить. И другим вот нашей молодежи показывать, деткам, чтобы они не забывали. Ну, это наша память. Сегодняшний день мы проводим здесь. У нас маленький ребенок. Мы занимаемся патриотическим воспитанием. Обязательно возлагаем вот цветы, и она вот сейчас изучает всю технику, которая тут представлена. Вот мы внуков приучаем, мы постоянно объясняем им, и мне бы хотелось, чтобы и наше поколение помнили, что благодаря им мы вот живем, как бы. Ну, я не могу так красиво говорить, но низкий поклон им всем. И низкий им поклон за то, что сделали, освободили Советский Союз от фашизма, уничтожили немцев в своем логове. Поэтому мы должны жить достойно теперь. Дорогие друзья, я поздравляю вас с праздником, с Днем Победы, мира вам над головой. Ура! С победой!